идем доставать коптер, объехали все вокруг. Если прислушаться, то уже слышно, как он пищит где-то. Да, слышно, он лежит у нас. Нормально. А вот и мотора даже теперь слышно. Пропеллер отлетел. А, гайка открутилась, поэтому он не смог взлететь. Ну хорошо, что нашелся. We'll be right back.
Короче, друзья, видите, вон там водопад? Охрененный водопад, который идет с самого верху, потом между кустов там вниз и падает вниз. Вон тот отбитый чувак, мой коллега, хочет его покорить. Но я не знаю, я как бы в себе не уверен, я поэтому туда не сунусь. Но посмотрим, что у него получится. Я взял монитор, что давайте заснимем. Aber tiefer würde ich das nicht sehen. Jetzt roll, runterfallen. Good. Это, наверное, будет последний пункт нашей с вами остановки. Это очень далеко, но это очень круто. Давайте посмотрим, что это. Друзья, если вам понравился этот ролик, обязательно жмакаем лайк. Оставлю ссылочки на те сетапы, на которых я летал. Я летал на двух коптерах, естественно, на Crossfire, но без дальнобоки в таких местах делать нечего, очень опасно. Если вам прям очень сильно понравилось, я подумаю о том, чтобы, может быть, через недельку, через другую повторить такого плана какую-нибудь поездочку, посмотреть какие-нибудь еще другие классные споты. Но в любом случае, это мне очень приятно, я думаю, и вам интересно. На этом все, пока.